Привет всем! Сегодня ночью мне пришло озарение по этой штуке, по нашим шмакерам, бракерам. И значит, после вчерашних наших занятий. И вот хочу вам показать вот этот вот типа свечение вот такой вот лампочки. Ну, она неисправная, но иногда еще работает, хочет работать. Вот есть такая штука, как ионизатор воздуха. Там наш принцип как бы используется для формирования вот этих вот полей. И вот наблюдается вот такой вот замечательный эффект. Видите, лампочка загорается. Хоп. Вот такая штука. Всем привет.